Мне кажется, что 0 градусов, блин, просто лютейший холод, ребят, просто. Ага. Ну, сегодня как? Это все то же самое, ты думаешь, что так легко, как говорится, подняться на крыльях в небо, так прям ты и полетел. Ага, конечно. Ползаешь, ползучая тварь. Вот что называется. Или как любили говорить наши девочки, рожденный ползать летать не будет. Имею в виду наши мужские поползновения. Ну так вот, по поводу полета и так далее. Я, в принципе, нахожусь в таком положении, что мне нужен, конечно, просто жесткий план, которому я должен следовать. Блин, у меня рука реально отмерзает. Короче, жесткий план, которому я должен следовать. И я уже вот бегу, видишь? Что холод страшный. Потому что я засекаю у себя абсолютно психоз. Психоз, просто классический психоз. И, как говорится, что я начинаю... У меня начинается тремор, истерика. Фига себе. Видели, да, какой автобус поехал? Такие ходили в Казани. Еще в ранние 90-е годы, когда я приезжал из Шкалы в Казань, там такие ходили. С гармошкой, именно что. Это типа... Типа Икарус, по-моему, или что? Да хрен знает, короче. Ну, вы видели, когда он поехал. Ну вот, поэтому... Да, вот здесь я тоже думаю выступить, да. Грандиозное мышление, которым, как говорится, я, может быть, я обладаю, или как, по крайней мере, к которому я стремлюсь, как я сам себя называю, университет на ножках. Это все может быть, да, но при этом при всем я просто-напросто склонен к истерическому состоянию, к падению в обморок. Как мне говорило одно святое существо, дайте мне нюхательную соль. В общем, да, так оно и есть. Именно, поэтому, ну просто я же даю отчет о том, что происходит в моей жизни, что это какая-то прямая обязанность блогера. Блогер просто должен об этом тупо сообщать. Да, сообщаю, что я истеричка, друзья мои. О, молодец какой. Ну, вот здесь у нас знакомая уже колоннада, балюстрада. Ой, мамочки, папочки. Руки отмерзают. Просто я не знаю, сколько градусов. Мне кажется, что ноль. Просто воздух ледяной. Студеный. Это что-то, конечно. Это что-то. Ну, поэтому... С чем конкретно мы имеем дело, как говорится, что такое... ты сам, и так далее, что такое все вокруг. Ну, это все известно. Это и форма, это и стихия. Это все абсолютно известно, как говорится. Что здесь можно нового сказать? Ничего. Я просто всеми силами уже хочу оказаться, извините за такую форму выражения, в метро, потому что я сейчас хочу посмотреть, сколько градусов это. Это просто. Мне кажется, что минус один.